сюда. Видишь, самочка такая зубовая. Я один тут не вижу заяц. Это заяц, знаете ли. Где? Не, ну зайца я вообще-то чувствую. У них очень большие глаза. Как ваше утро? Это не было записано. Они разные бывают, это очень много разных. Это Вуди. Я вот такой вот. Я тоже. Аккуратно. А вон наверху весь лежит. Вот, Туся, нет мышей, потому что мы коты. Стихни коты, клетки домашних кошек. Дикий живет. Дикий. У меня дома почти такой же дикий, только не пушистый. Блин, вообще на камень похож. Это самое милое животное в мире. Нет, только с длинной башкой. Еще один карыч. Только с длинной и большой башкой. Какой-то красивый.
Мне не верится. Это просто. Да это лицо. Вот это там будет почитать. Смотри, это лицо. Давай, иди сюда. Все. Волк, иди сюда. Снимай. Мишка, иди, дай залезу. Тихо, тихо, Мишка, тихо, Мишка. Лошадка. Ой, какие зубы. Дай я вылезу. Хорошо, мне обычно. Это большая шаурма. На улице пошла. Дорогие друзья, это валяется алкоголь. Это же пить, блядь. 19 градусов. Как хорошо, что камера не передает запах. Дорогие друзья, вам очень повезло. Вот, смотри, какой сидит. Рогатый. Рогатый, смотри, какой сидит. Пойдем дальше. А там никого нет. Пойдем. Туда нельзя. Он идет к нам, чтобы нас сожрет. Самаскировался. Вообще, русским снайпером надо учиться. Он не хочет к чурку на шурму попасть. У него такое лицо, как будто, я не знаю, как будто он видел, что котят топят. Или он просто с богоем. У меня, блин, руки трясутся, охренеть, трясутся. Карыча. Смотри, ныряет, Давай, Лёха, давай, нырни. Миша на лапке даже может от стекла отползти. Давай, Кирилл. А этот вон засыпает, засыпает себе.
Который один. Ну, вон сидит в оранжевом свете и... Он не засыпает, он сидит. Не, он не Марио. Тихо. Я хочу кола. Великий выходит. Да. Который на горе сидит. Можешь пожрать? Мишка! А почему он трезвый? А где была? Вован. Вован, говорит. Почему Вован? Потому что олень. Блин, фокуса нет.